Всем здорова, друзья мои, с вами спикер и Гордон. Продажи брать уровень сложности максимальный, все по хардкору и честному. И, друзья, покажу вам. Да, трудно применять окейшки. Прилетел штурмовик, всех уничтожил. Ребята очень устали, мы собираем нычки и едем дальше. Тут еще это были ракеты. Ракеты именно вот туда. Две ракетницы, в принципе, неплохо. Хорошо, садимся в тачку, погнали дальше. Дальше будет намного интереснее, будет больше штурмовиков и намного будет эпичнее. Ребят, открывайте двери, и я поехал дальше. Счастливого пути! Спасибо, друзья мои. Окейшки, поехали. Прекрасная погода, прекрасный асфальт. Мы едем уже. Наблюдаем красивое море. А тут, походу, нам придется уже съехать с асфальта. И дальше, походу, будет их не база, где будет кран с магнитом, и нам придется поднимать тачку. Да, тот самый кран, я как помню, все прекрасно, и там будет реально интересная заварушка. Перестрелки будет масса. О, нормально налетел. Так, энергия, и в кого будет? О, чувак, есть. Промахнулся. А вот двое ребятишек. Ребята, держим, свинца. Так, набирается энергия, и нужно прям в чувака. Так, не вижу, не вижу его. Его уже вынесли, что ли? Там остался только муравей, и прям в муравья. От него ничего не осталось. Так, бросаем тачку где-то вот тут. Включаем магнит. Нам это, если что, поможет. Там вот муравьев. Собираем нычки и погнали дальше. О, ребята бегут. Видел? Все прекрасно видел. Черт. Они просто с двух сторон меня прислонули. Муравьев. Муравьев пока что здесь не вижу. И нужно подниматься наверх. Так, видел чувака. Секундочку, Валера. Валера, настало твое время. Нужно выносить его. Вон бежит, ко мне бежит. Второй. Ребята готовы. Ребята довольно смелые. Так, хорошо, идем. Перезарядку. Быстренько идем перезарядку и поднимаемся наверх. Он меня ждет. Держи. Было всего лишь четверо. Так, он сверху. Сверху отстреливает. Можно, по идее, взять Валеру и прицелиться вот таким макаром. Просто в головешку, а нужно чуть назад. Одним выстрелом, да, стой на месте. О, пригнулся. Один выстрел. И еще второй сейчас будет. О, готов. Кусок мяса готов. Так, сделаем перезарядку, поднимаемся наверх. Полный магазин. Нужно тачку поднять вон туда, спустить мостик, и мы пройдем дальше. Так, можно спустить. Если что, мы упадем, мы сможем потом подняться. Так, патрончики, максимум. Так, ну что, друзья, пойдем в кран уже, поднимать нашу тачку, спускаем, и, по идее, прибегут много ребятишек. Влево-вправо и мышкой спускать кран. В принципе, все спокойно, понятно, по тени мы ориентируемся. Стоим бам, спускаем сразу кран, надеюсь, мы сможем сориентироваться быстренько. Вперед, 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 назад, вперед, назад, ну давай, родной. Ох ты, да, получилось. Так, назад давай. А хотя можно и налево сразу. Можно, по идее, сразу бросить на ребятишек, надеюсь, это дело получится. Мы чуть вперед краном, подаем и бросаем. Ух, довольно удачно получилось. Ну, ребята, нам нужно еще спустить. Тачка, тачка, стой на месте. Так, спускаем чуть ниже. Она спускается. Нужно, по идее, мостик. Нам нужно, по идее, мостик спустить. Ребята меня прессуют, но у них это не получается. Кто у нас? Мы поднимаем нашу тачку. Что за фигня? Так, чуть левее. Чуть левее. И сейчас бросим просто на них. Так, спускаем. Ох. Нет, не получилось. Хорошо, чуть ниже спускаемся. Давай чуть ниже. И еще ниже. И правее. Да, из меня, конечно, крановщик не очень. О, нормально. Так, хорошо, выходим уже. И отстреливаем всех оставшихся. Там есть бочка, по идее. Я не вижу. А, вон нет. Ну, подойди чуть ближе к бочке. Так, хорошо, у нас есть, по идее, гренка. И можно просто закидать гренку. Я их очень редко использую. Ох ты, да. Хороший выстрел. Там, вон, ребята, далеко слишком. Бросаем гренку. Так, они, походу, еще остались. Там в контейнере есть бочка, которая взрывается.
Так, ну прям в контейнер давай. Так, хорошо, Валера, настало твое время. Сейчас мы тебя уничтожим. Так, вижу только одного чувака. Хорошо, мы спускаемся и пойдем уже так его загасим. Заныкался там. Нормально. Он даже не видел, где находился я. Так, что у нас тут есть? О, спокойно. Бросаем прям внутрь. Бежит ко мне, походу. Ох! Хорошо вписал. Так, чувак убегает в сторону куда? Он прям за мной. Черт возьми. Вот засранец какой. Да сдохни уже наконец-то. Да, ребята, есть такие крупные уже. У них, походу, такая бронь темная. А есть и обычная. Хорошо, быстренько собираем все подряд и идем дальше. Пока что без проблем. У нас есть бронь, и она очень хорошо спасает. Друзья, уровень сложности максимальный, как видите на экранах, все по-честному. Чтобы написать в комментариях, что я играю на легком. Хотя это ощущается. ХП исчезает очень быстро. Так, у нас там есть какой-то проход. Сейчас посмотрим, что у нас там. А, открывается дверь, и мы идем туда. Заводим тачку и поехали. Теперь у нас есть пушка, и сможем на пушке просто отстреливать. Так, набираем энергию. Никого нету? А нет, есть. Держи огурчик. Нормально. Просто вдрушла. Куда решил свалить? Иди сюда, засранец. Так, собираем, наверное, патрончики. И потом вперед, прям через стекло. Как же их припечатали. Так, магазин практически полный. Тут у нас ничего интересного нету. Жизнь, бронь. Заводим тачку и прям через стекло с турбом ускорения. Ух, хо-хо-хо. Да, вот, конечно, справиться с управлением довольно сложно, когда у нас турборежим включен. И прям через мост. Спокойно, там еще вертушка. Вертушка-боевушка. Так, ускоряемся, ускоряемся прям над ней. Ух-хо-хо-хо. Довольно круто получается. Резкий поворот направо. И нужно, походу, уже эту вертушку сносить. Так, 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 спокойно. Мы здесь не пройдем, что ли? Тормозим. Так, выходим. Так, вот есть канистра. Вот канистра, нужно, конечно, избавиться от них. Так, ну-ка сюда. Уберем. Так, еще одна. Это тоже не его. Уберем отсюда. Так, есть припасы. Есть припасы, значит, ее нужно уничтожить. Так, берем ракетницу. И что, друзья? Начинается заварушка. Прям в задницу тебя. Сейчас возьми. Не получилось. А если делать вот так? Крутить, крутить, потом просто в задницу. Ух, реально получается. Так, нужны патрончики. Патрончики берем. Просто крутим, крутим. И просто в задницу. Не получилось. Он просто не отстреливает. Он переключается на ракетницу и вот таким макаром. Так, мы, походу, где-то застряли, что ли? Ну, чего, пройдем? Мы, походу, как застряли. Ну, нормально все. Так, где он? Перезарядка. Крутим, крутим и прям в него. Хо-хо, это реально круто получается. Так, берем припасики. Уходим в сторону. Он делает перезарядку. Делает перезарядку, куда он отстреливает. Крутим, крутим, уходим в сторону. И... О-о-о. Да, это получается, наверное, круто, весело. Так, прессует, прессует. Сейчас ему не до меня будет. Ох, как мы его закрутили хорошенько. И добиваем уже его. Да, мы его, походу, добили уже. Кусок говна просто упал. Берем ракетницы и поехали дальше. Хотя, сперва нужно это дело очистить. Тут слишком много машин, их нужно просто раскидать в разные стороны. А можно даже и сбросить. Так, я думаю, будет достаточно. Хорошо, погнали дальше. Довольно весело и пока что без проблем было. Потеряли маленько, конечно, брони и ХП.
Так, есть нычка, стоямба. Как раз нужно будет и жизненно. Так, все собрали. Все собрали и поехали дальше. Очередной туннель, очередная загрузка, и увидимся уже на той стороне, друзья. Так, спокойно, кажется, эти штуки умеют разворачивать нашу машину. Стоим бам. Останавливаемся и уберем. Да, напускает ток, нужно избавляться от них. Хотя, на самом деле, очень хорошо работает против ботов. Так, стоим, постоим. Ух, все-таки отлетело. Отлетело, может, проехали даже. Они позади остались. Они остались позади. Там есть домики. Есть домики очередные, стоим. Так, избавляемся от этих штук. И все-таки одну штуку я, наверное, хочу вас взять с собой. Потому что она очень хорошо пригодится. Так, что за фигня? Я хотел проверить домики. А вон, ребята, держи. Нет, не получилось. Хорошо, берем оружие и гасим уже с помощью Валеры. Хотя у нас с автоматом. О-о-о-о. Да сдохни ты. Так, наверное, пойдем с другой стороны. Обойдем с фланга их. Готов. Так, ну что, заходим в домик. Хотя хотел взять патрончики у них. Возьмем дробовичок и заходим в дом. О, там их слишком много. Дом, открой! Черт, дверь закрылась. Иди отсюда подальше, ракетник. Это, походу, была моя гренка. Так, ребята, выходим и сразу получают свинца. Ты куда бросил гренку? Он бросал в спину ему. Они хорошо там засели. А если кинуть прям гренку, прям в окошко. Так, заходим. Так, секундочку. О! Иди-ка сюда. Так, дверь откройся. Мы заходим и будем с помощью нее, конечно, гасить. Она очень хорошо поможет нам. Я никого не вижу. Все, что ли? Это и все? Не, вон ребята бегут. Так, иди сюда. Какого черта происходит? Они уже зашли внутрь, что ли? Так, иди сюда, родная, иди сюда ко мне. Мне нужно ты. Они, походу, заходят. Так она мне реально мешает. У меня уже кончилась бронь. Это, конечно, очень фигово. Перед редком, как раз не вовремя. Да какого черта прессуете меня? Какие еще гренки были? Это, походу, и все. Хорошо, берем нычки уже и выходим отсюда. Это точно все. Потеряли очень много жизни. Так, здесь мы были, тут мы взяли, да, походу, и все. Хорошо, погнали дальше. Этот домик мы посмотрели, этот сарайчик тоже, кажется, посмотрели. Хотя нет, не посмотрели. Упустил. Пополним припасики и погнали. Хотя где можно просто его было проехать и все. И не перестреливать. Так, стоим, бам. Какого черта я вышел? Надо было гасить его. Ты готов? Это все, что ли? Ну, там есть еще ребята.
Так, сверху не вижу. Есть, есть, нету. Погнали вперед. Так, стоямба, нычком. Задний ход. И давим. Нормально. Одну, вторую нужно взять еще. Я чуть не упал с обрыва. Надеюсь, больше сюрпризов меня не будут ждать. Там целая база ихняя. Так, стоямба. Здесь, походу, нужно раскидать, либо можно через верх. Ну, остановись. Ух, друзья, у нас есть арбалет. То, что нужно. Так, секундочку, посмотрим арбалет. Так, вижу, один бежит ко мне. Так, есть прицел хороший. Есть просто обалденный прицел и выносит на ура. Ух ты, да. Так, бочки я не вижу, чувак бежит куда-то в сарай, походу. Вот сюда его. Нет, не получилось. Так, 40 патронов. У меня всего лишь 6 патронов и нужно экономить. Если что, мне, конечно, это дело пригодится. Хорошо, мы подъезжаем чуть ближе, расчищаем дорогу и подъезжаем ближе. Давай наверх, наверх. Так, садимся. У нас есть пулемет. Если что, конечно, с пулеметом справимся. Я готов один. Выходим, идем уже вручную гасить. Все, бери свою гранату подальше от меня. Ух ты, черт! Ух, как ты перезаряжать не вовремя начал! Так, так, меня прижимают. Меня окружают, прижимают, даже не знаю, что делать. Нужно гасить! Чувак, чувак, стой на месте. Там бочка есть? Да, черт возьми! Уходим в сарай. Уходим в сарай скорее. Они реально меня окружили. У нас есть гренки, сейчас закидаем гренками. Держи. О, подходит ко мне. Просто в мясо. Отходи ближе, у нас есть... Ох, подальше от меня. Еще дальше. Подходит, подходит. Подходи сюда. Как же не буду перезаряжать. Черт возьми. 28 хп. Это, конечно, очень жестко. Я не ожидал, что их слишком много будет. Это, походу, и все. Хорошо, собираем патроны. Идем в дом, отключаем уже стену и едем дальше. Тут у нас чисто. Так, где питается, походу, от... Все понятно. Тачку мы отрываем. Давай, иди отсюда. Поехал отсюда и все. Походу уже чисто будет дорога. Да, дорога чисто. Мы, в принципе, все собрали. Второго этажа здесь, походу, нету. Просто крыша и одноэтажная. Хотя есть какая-то есть пристройка. А вот пристройка. Ничего интересного тут нету. Просто сортир. Хорошо, поехали дальше. Патроны мы собрали у всех. Много жизни потеряли. Конечно, фигово. Скорость, друзья, максимум, как видите на экранах. И очередной туннель у нас. Крутанул как. Так, секундочку. А как у нас включает освещение? Так, садимся. Задний ход.
Тут у них, походу, целая база. И тот самый мост, через который придется нам пробираться, как мне помнится. Он решил бросить гранату в меня. Так, заходим. Так, сколько их там, интересно, находится? Хорошо, друзья, штурмуем. Едем вперед, гасим стачки, потом, конечно, добиваем уже вручную. Обнаружен незначительный перелом. Прикрой, прикрой, где он? Где находится? Вот засранец кладился. Хорошо, выходим из тачки и гасим их. Заходим, штурмуем. Тут у нас чисто. Тут у нас чисто, тут есть много... Так, все собрали. Обойдем сзади. И зайдем в главный дом. У нас тут 3 этажа. Секунду, кто мне прессует? Прям туда, к нему. Второй этаж, что ли? Подальше от мигренту эту. Так, можно сесть в тачку, наверное, и в тачке уже прессануть. Давай скорее в тачку. Так, заходим. Тут у нас чисто. Валера. Валера нет у меня уже. Пошли просто на штурм уже. Ух, есть ракетница. Это, в принципе, хорошо и можно использовать, если что. Заходим домой. Конечно, очень опасно. Думаю, использовать ракетницу. Тут у нас чисто. Второй этаж есть? Да, есть второй этаж, просто нужен какой-то ящик. Мне нужен какой-нибудь ящик. Так, это, наверное, подойдет как раз. Второй этаж, и тут чисто. Это кто такой? Черт возьми, как напугал меня. Так, у нас есть, по идее, ракетница, и можно ракетница его просто загасить. Вот он, друзья, держи ракету. Это будет больно. И держи еще разок. Готов? Нет, там есть еще мелкие. Это, походу, был последний. Нет, 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 там есть еще. Сдохни, сдохни. Так, это сгорел, это тоже сгорел. И все сдохли. А возле него ничего не было. Хорошо, пополним припасы и пойдем уже через мост. Прям понизу. Ну это, друзья, уже в другой серии. Так, кто меня прессует? Вижу, вижу, вижу. Секунду, когда перезаряжу. Пошел заряд. Он прям в дом. Прям в окошко. Патронов много и можно повеселиться. Так, походу все готов. Пополним припасики. И сейчас проверим. Я не вижу. Куда делся труп? Упал вниз, что ли? А, вот он валяется. Хорошо, друзья, мы уже продолжим в следующей серии. Увидимся с вами в другом ролике. Ну а с вами был Спикер, и увидимся чертовски скоро. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Всем пока.